Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама в этот раз и ездила одна. Закупка у меня получилась достаточно большая, все это связано с тем, что 2 октября у моего старшего сыночка день рождения, ему исполняется 9 лет, у нас будут гости, и, конечно же, продуктов закупила я очень много. Все к праздничному столу, плюс угощение в школу, в класс, да, деткам нас все еще угощают, поэтому, да, закупка была достаточно большая. Ну, конечно же, я, скажем так, зависла, да, в отделе с посудой. Очень мне приглянулась посуда, хотя изначально я хотела, ну, я вообще хотела, да, купить новую посуду, но такую на каждый день, да, но я хотела в каких-то таких коричневато-бежевых, что ли, тонах ее по себе приобрести, но мне очень понравилась вот эта белая посуда, очень она мне приглянулась, и цена на нее, конечно, очень-очень хорошая, такие тарелки, вот прям то, что мне нужно. Единственное, что я ничего не взяла, потому что мне нужно было закупать продукты, и закупила я очень много. Поэтому где-то на 13 тысяч, да, поэтому я в этот раз не взяла тарелки, но вот прям очень хочу вернуться за ними, они почему-то у меня не выходят из головы, именно вот эти мне очень понравились, хотя раздумывала еще вот на таким как бы ребристые такие. Вот эти мне тоже очень понравились, девочки, но они с другой стороны, знаете, такая как матовая такая, как наклеена, то есть если использовать в посудомойке, то все это со временем слезет. Еще вот такой салатник белый мне тоже очень понравился, поэтому я думаю, что, скорее всего, наверное, вернусь. В общем, еще подумаю, посмотрю, но посуда очень мне приглянулась, и приглянулись вот такие чашки. Очень красивые, тоже на них достаточно такая приемлемая, на мой взгляд, цена. Особенно мне понравились вот эти за 99 рублей. Вот такие бежевые, 59, это прозрачные кружки. И вот такие, видите, серые такие, они как бы серо-коричневые, что ли. Посуда красивой много не бывает в доме. Вот, тем более тут прям такая красоту Лента выставила. Итак, девочки, приехала я домой. Чек у меня приличный получился, естественно. Вот. Но давайте я вам сейчас начну вот отсюда. Во-первых, здесь у меня наполнитель для кошачьего туалета. И вот это угощение в класс. Я взяла вот таких штучек 36. У них 33 человека в классе. Сейчас ходит человек 30, наверное, примерно. Вот. И, ну, в общем, останется, ладно, да. Плюс еще младший у меня тоже такие любит, естественно. Вот муж тоже. Так что это всегда хорошо. Тем более они были со скидкой, так что отлично. И для учительницы такой небольшой презентик. Вот такие вот взяла конфетки. Вот, мне кажется, должны быть очень вкусные. Вот это вот вообще очень вкусно выглядит. Так, дальше здесь у меня картофель. Взяла... Вообще картофель был написан по 9 рублей. То есть я так понимаю, что на кассе уже скидка пробивается. Сейчас стоит 19 рублей. Я взяла картошки 2 пакета. 1-4-250, потому что картошка очень хорошая. Это картофель эконом. И вот второй пакет у меня получается на 3,5 килограмма. Он очень хороший, прям вот смотрите, единственное, что он пыльный, он такой же, как вот мытый, молодая картошка, и очень хорошая, поэтому я взяла аж целых 2 мешка, чтобы у меня уже было, тем более есть где хранить. И взяла, девочки, батат, хочу его запечь в духовке, в общем, посмотрю, что из него сделала. Он, кстати, батат бывает очень часто именно вот осенью в Ленте, ну, я его часто видела. Вот взяла, хочу что-нибудь из него... Ну, испеку, скорее всего. Можно оладушки, я знаю, из него делают, суп из него делают. Но вот я хочу в духовочке запечь. Дальше, давайте здесь. Значит, купила мясо. Соответственно, на шашлык свинины. 1,680 кг. Один кусочек такой тут неплохой. Правда, есть жирок, но это ничего. И тоже окорок. Вот нам нравится шашлык именно из окорока. У меня муж его очень хорошо делает, ну, маринует. И здесь у меня получается 2,5 килограмма. У нас много будет мужчин в этот раз, поэтому шашлыка у нас много. Также купила грудку индейки, куриную грудку, куриные ножки. Ну, не знаю, на стол буду что-то из этого делать. Может быть, салат какой-нибудь сделаю с куриной грудкой или с грудкой индейки. Посмотрю еще, девочки.
Вот, и яйца я взяла десяток всего яиц, потому что у меня есть еще яйца. В общем, мне хватит. Также я здесь взяла тесто бездрожжевое и дрожжевое. Дрожжевое две штучки, это мне в морозильник, а бездрожжевое у меня мужчины все попросили сделать торт Наполеон. Бона моя пришла проверить, да? Пришла проверить? Вот, торт Наполеон буду делать. Не захотела у меня ребенок никакой другой торт. Сказал, мама, я хочу твой Наполеон. В общем, буду делать торт Наполеон, соответственно. Вот, ну и, соответственно, к нему я купила вот эти сливки для взбивания. Ну, я беру любые 33-процентные для взбивания. Отлично подойдут. Также еще просто взяла сливки. Последнее время люблю кофе со сливками пить. Вот такие 10-процентные. Конечно, это калорийно, но ладно. И здесь обычное молоко тоже. Ну и, соответственно, взяла масло. Вот это масло «Президент» было со скидкой, поэтому я взяла аж целых 3 штуки. У меня уйдет на крем и просто, да, на бутерброды, скажем так. И еще сразу вдогонку вспомнила, купила себе вот такой маргарин Пышка для выпечки. Очень хорошо идет на выпечку. Выпечка получается обалденная. Хотя мне кто-то писал, что маргарин с выпечкой, ну, как бы не очень хорошо, надо обычное масло. Не знаю, вот Пышка вообще, вот просто идеальная выпечка получается. Так, давайте дальше. Купила, соответственно, еще алкоголь. Я купила вот такое, это, ну, типа, розовое игристое вино. Италия, я так понимаю, да? Не знаю, девочки, вот видите, год урожая 2019, Эмилия, Италия. Вот такое вино игристое, жемчужное, красное, полусладкое. Я очень люблю, ну, вот, как красное шампанское, да, я это называю. Но это вино такое. В общем, купила 2 бутылки. Крепкие напитки для мужчин у меня есть. И купила... Ну, они тоже у меня вначале, конечно же, все выпьют шампанского. Поэтому 2 бутылки. Потом уже кто что. Купила еще вот такое вино. Увидела. Мне кажется, я такого не пробовала никогда. Столовое фруктовое вино. Гранатовое, полусладкое. Вот такое вот. Не знаю, кто это. Кто это? Кто делает? Видите, фруктовое вино написано. Вот, и вот такое еще фруктовое вино, сливовое. Сливовое я обожаю вино, поэтому, когда увидела его, взяла. Тоже вот такое вот, какой-то по заказу лента. Но мне все равно, я думаю, что будет очень вкусно. Соответственно, из напитков здесь соки еще, мультифруктовые, яблоко. Яблоко 2 взяла, потому что у меня любят мальчики яблоко. И еще взяла вот такой лимонад, но я его попила, пока ездила везде. Девочки, я его весь... Ну, вот видите, уже сколько осталось. Попила, еще сынок у меня попил, в общем. Так, давайте дальше пройдемся по молочке, да, с вами. Что-то у меня мужчины соскучились по всяким йогуртам. Все, и дети, в том числе и я тоже. Сейчас как-то вот как никогда заходят, поэтому вот накупила всякой ерунды. Вот это я вообще купила себе, но не знаю, едят или нет. Вообще люблю йогурты Слобода. Очень они, кстати, вкусные. Видите, какой он, во-первых, большой. Слива, миндаль, инжир. Мне кажется, должно быть обалденно вкусный йогурт. В общем, взяла таких вот 2. И еще вот такой, вот такого плана меня любит муж. Со всякими орешками, курагой, в общем, изюм. В общем, всякое такое, да, гранола тут. Вот, также вот такие вот штучки тоже мужу. Может быть, дети попьют. Ромовая слива какая-то. И фейхуа. В общем, любят у меня тоже такие. И вот такие еще. Даниссимо взяла. У меня младший сынок очень любит вот с такими шариками. Я ему взяла на пробу вот такие зелененькие какие-то. Это со вкусом кокоса и лайма. И еще, ну, вот это же вообще объедение, да? Вот такие вот. В общем, немножечко вкусняшек домой. Всех по 2 взяла. Так, и зашла в отдел клуб. Там тоже были распродажи. Так, тут еще игрушечки такие мне там надавали. В отделах крупы были распродажи на некоторые... В общем, вот на это была распродажа. Я решила взять кускус. У меня очень любит муж. И булгур тоже. Вот булгур я тоже очень люблю. Но вот муж у меня и то очень любит. Поэтому, думаю, пока по скидке надо брать. Вот такие вот взяла макарошки тоже. Они со скидкой были. Я их обычно, ну, вот, куриный бульон когда делаю... Вот, они хорошо заходят. Еще вот такие макароны тоже со скидкой. И полтавская крупа. Никогда ее не пробовала, девочки, но очень она похожа на
булгур, согласитесь, да? Смотрите. Вот. Но это, конечно, другой немножко, это не булгур, но я решила взять, думаю, отварю, может быть, сделаю по способу. По способу приготовления она практически так же, как и посмотрела я, готовится так же практически, как булгур. Поэтому подумала, что будет нормально. И еще взяла фасоль красную, я ее добавляю, ну, мясо какое-нибудь делаю. Здесь я еще пропустила колбасы. Соответственно, на салат оливье у меня вот такую колбаску взяла, папа может. Просто вот такую лентовскую, вот эту золотой стандарт. Давно мы ее не покупали, тоже взяла. И здесь сыр у меня. Буду делать рулеты с сыром, и с, ну, с этим, роллы, да, с сыром. В общем, сейчас покажу, из чего. Такой пошехонский взяла, и вот такой сыр николаевский какой-то, маздам. И сосиски молочные еще взяла. А роллы я буду делать вот с этой, ну, сырные такие. Сырные, может, с красной рыбкой сделаю, не знаю, посмотрю. Взяла, в общем, две штучки. Также взяла вот такие питы. Очень у меня тоже любят на завтрак туда всякое, салатик, там огурчик, помидорчик, и очень вкусно. И вот эта вот лепешка из тандыра, я ее обожаю, она там была горячая, мне достали ее сразу из печки, мне достали их две. Одну из них я, в общем, съела, короче, в машине, пока ездила, но я не всю съела, там еще у меня кусок остался. У меня сынок еще тоже погрыз, со школы его забирала. В общем, обожаю эту лепешку, 29 рублей, ну, 30 рублей, считайте, стоит одна штучка. Также здесь хлеб, хлебный дом тостовый взяла. И вот на этот хлебушек была скидка. Он очень вкусный. Вот этот с морковью, видите, он такой, ну, в общем, разный. Я взяла его тоже аж две штучки. Соответственно, еще обычный хлеб взяла, тоже лентовский. Ну, здесь у меня всякие соусы я взяла. Обычный томатный к шашлыку. Соответственно, майонез взяла, вот такой легкий кальвия к салатикам. Еще взяла вот такой кисло-сладкий соус, любит у меня его муж мой. И взяла вот этот соус. Я обычно вот его покупаю для того, чтобы что-то мариновать. Курочку, там еще что-то, да, вот для таких целей. Вот такой большой я беру. И еще была скидка вот на такой соус песто. Обожаю его. Просто вот могу, не знаю, с хлебушком. И очень вкусно, люблю. Нравится. Также взяла домой вот такой салат из морской капусты. Это мы сегодня, наверное, его поедим. А вот это уже взяла на праздничный стол. Имбирь и, соответственно, морковь по-корейски. Также у меня здесь кукуруза. Сразу взяла две банки, тоже они были со скидкой. Горошек две банки, тоже на салатики. И фасоль взяла. Но фасоль вот эту бы взяла, потому что тоже на нее была скидка. Думаю, дай-ка возьму уж, раз пришла. Так, дальше давайте по фрукты, овощи немножко. Из фруктов взяла вот эти яблоки. Боже, как они вкусно пахнут, девочки. Я пока набирала, там у меня слюни просто, на слюну и зашлась, можно так сказать. Очень вкусные вот эти молоденькие яблочки. Называются они просто эконом. 87 рублей, но они подешевле, мне кажется, стоили 50 с чем-то. Я набрала аж целых 2 килограмма, но они реально так вкусно пахнут. Вообще обалденные яблочки. И огурцы взяла, соответственно, тоже всякие салатики и так далее по 59 рублей. Взяла помидорки, такие сливовидные, но мне, в принципе, все равно было, какие брать. Плюс я еще увидела там вот такие желтые. Я делаю всегда овощную нарезку, соответственно, положу желтые и красные помидорчики, будет очень симпатично смотреться на столе. Так, и чеснок взяла, у меня закончилось. Я взяла 4 штучки на 33 рубля. И, конечно же, я прошлась по бытовой химии. Кто-то из вас мне рекомендовал, писал в комментариях, Биомио, как-то так, порошок, что он сейчас со скидкой в ленте. Я посмотрела, нет на него скидки, он стоит что-то в районе 600 рублей. Я, честно, не стала его брать, но потом, когда будет скидка, возьму обязательно. Взяла обычные салфетки, мы им всегда пользуемся, и вот такие вот салфетки большие, бумажные, на стол положу, вместе вот с такими синенькими салфетками. У меня уже сынок 9 лет ему будет, он же не любит вот это все, шарики и тому подобное, поэтому чисто по-серьезному, вот. Также взяла огурки сразу, раз пришла, что называется. Огурки я беру, ну, такие, одни из самых дешевых, потому что я их часто меняю. Вот такие большие взяла и такие же маленькие. Для уборки отлично, как говорится, помыл, выбросил и замечательно. Также взяла трубочки вот такие, дети у меня любят, вот.
И набрала еще вот эти салфетки. Они у нас закончились, универсальные. Тоже на них была скидка. Я взяла их 4 упаковки целых. Взяла себе перчатки вот такие. Для уборки. Ну, для уборки сантехники я в основном использую. Такие мои уже там прохудились совсем. В общем, они такие, видите, даже симпатичненькие. Взяла размер М, потому что S-ки просто не было. Так, также взяла таблетки для посудомойки, чтобы они у меня были. 40 штук их получается. И здесь у меня зубные пасты тоже, чтобы они у меня были. Сплат очень любим. Это ультракомплекс и актив какой-то взяла. Я всегда разные покупаю, меняю. В общем, отлично. И здесь еще 2 кусочка мыла. Тоже на них была акция. Кстати, люблю мыло Johnson's Baby. Они очень вкусно пахнут. Вот эти вот фруктовые. Вот. И себе женские штучки. Но на них останавливаться, может, не будем. Так что вот такая вот у меня получилась очень большая закупка. Я, девочки, честно скажу, еле дотащила до машины и потом обратно. В общем, как всегда все. Ну, все такое необходимое практически все. Вот, так что покажу вам сейчас чек. И вот сумма составила 13 314 рублей, скидка по карте 4 344 рубля. Скидка в этот раз, конечно, очень сильно порадовала. Чек в электронном виде загрузить у меня, к сожалению, не получилось, поэтому показываю в таком. Ну, надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч.